Еще раз доброе утро, друзья! Пришло время встречать гостей. Сегодня 10 февраля, день памяти русского поэта-драматурга, публициста Александра Сергеевича Пушкина. О его биографии и ключевых этапах жизни поговорим с Ириной Карась, учителем белорусского языка и литературы средней школы номер 8. Доброе утро! Доброе утро! Ирина Ивановна, расскажите, как давно вы работаете учителем литературы и белорусского языка? Моя профессиональная деятельность началась с 1982 года. И вот именно с того момента и по сей день я работаю учителем. Были, конечно, перерывы в работе, но это незначительные. А так, на постоянной основе. Вы не изначально выбрали этот предмет? Нет, изначально. У меня по образованию учитель белорусского, русского, языков и литературы. Поэтому это изначальный выбор. А почему вы решили стать учителем? Примером был мой учитель. Угу. В школе, когда я еще училась, мне очень нравилось, как преподавала уроки наша учитель белорусского языка, моя классная русскую литературу и язык тоже. И, естественно, мне очень нравился этот предмет. Язык, литература. Ну и, возможно, потому что я просто люблю творчество. А потом вот вы встречались со своим учителем? Конечно, конечно, да. И как она отреагировала? Да. Ну, знаете, в школе это не было неожиданностью, потому что, когда ты любишь предмет, ты всегда хочешь читать, ты всегда хочешь писать. Из чего начинается литература? Из того, что я хочу читать, я хочу писать, я хочу проверять тетради. То есть это было, ну, как нечто. Mm-hmm. Ну, естественно, вот все это и побудило. То есть мне хотелось именно получить профессию учителя и именно учителя литературы и языка. Кроме того, что это золотая классика, почему важно и знать, и читать Пушкина? Ну, вообще, Пушкин – это гений, это наш пророк, это великий русский поэт. Можно о Пушкине говорить, наверное, бесконечно, потому что это Пушкин многих поколений. Его читали, его читают, его будут читать. Вообще мне хочется о Пушкине сказать вот его строкой. Как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Ну, естественно, наверное, сразу не перескажешь те звуки, те слова, те мотивы, которые именно вот он воплотил в своем творчестве. А какие-то, может, малоизвестные факты вы знаете об Александре Сергеевиче? Расскажите нам. Ну, вообще, да, сегодня это уже не секрет какой-то, потому что фактов достаточно большое количество. Но я, наверное, остановлю свое внимание на более таких самых, как мне кажется, интересных и, возможно, ну, то, что пригодится и детям. Всегда было интересно узнать, вот почему Александр Сергеевич Пушкин, наш великий русский поэт, обучался именно в Царско-сельском лицее. Ведь, как известно, это был лицей для вышестоящих чинов. А семья у Пушкина на тот момент как бы не выделялась достаточной обеспеченностью. И, естественно, вот это тоже такой очень важный факт. И роль именно в его образовании, в его обучении в Царско-сельском лицее сыграл его дядя Василий Львович, то есть брат его отца, отца Пушкина. Кроме этого, нужно отметить то, что первоначальный набор был около 30 мальчиков, но не около 30 мальчиков. И именно вот Пушкин был среди этих обучающихся. Это такой известный факт. Конечно, интересный факт и то, что Пушкин не выделялся своей, ну так, любовью ко всем предметам. Но то, что касается, допустим, языков русского, французский язык, вот фехтование, он очень любил эти дисциплины. И когда вот он окончил лицей,
можно сказать, если, допустим, он был не настолько образован, но образование у него на то время было достаточно высоким, потому что даже вот когда они сдавали экзамены из 17, то есть из 15 предметов они должны были сдать за 17 дней. Это, конечно, да, достаточно нету. Вот такой промежуток времени короткий, а экзаменов достаточно большое количество. Еще хочется отметить, что Пушкин, кроме русского, ну вот разные факты также существуют, 10 языков знал иностранный, владел языками. Я, например, вот знаю, что 7 – это точно такие, как английский, немецкий, французский, да, обязательно, испанский, итальянский. Увлекался он еще и словесностью. Если брать, допустим, вот библиотеку Александра Сергеевича Пушкина, его личную, то там насчитывалось около 3500 книг на иностранном языке. Ну, какие еще интересные факты? Интересен факт и то, что Пушкин – дуэлянт. Это известно. Вот, и в своих дуэлях он... ну, можно сказать, преуспел себя. Конечно, если бы все дуэли состоялись, то, возможно, его давно не было бы, он не дожил бы и до 1837 года, с учетом того, что на дуэль он вызвал еще в Царскосельском лицее своего друга, Кюхельбекера. Но только по счастливой случайности друзья пистолеты зарядили не патронами, а клюквой. Вот это, да, это как бы им спасло жизни. А вообще, вот из 21 дуэли, 4 только состоялись. 21 дуэль. 4 дуэли, не только состоялись 4 дуэли. А остальные, ну то есть либо друзья улаживали вопросы и дуэли расстраивались. Ну вот таким образом Пушкин как бы заставался жить. Но известно, что последняя дуэль, вот это для него была, конечно, роковой. 21-й фатальной, да. Вот. Что еще интересно, какие факты? Вот когда изучаешь творчество, хочется не просто узнать, там, где он родился, да, вот в какой семье он родился, а может быть, ну это тоже очень важно, хочется узнать еще и, а как его семья сложилась, вот что у него было. И тоже интересные такие факты. Допустим, что его жена была на 10 сантиметров выше его. Ого. Самого Пушкина. И когда он посещал светские балы, то он старался, конечно, держаться вдали от нее, потому как он стеснялся от того, что он такой ну, невысокого роста, неказистый, а она вот такая самая высокая, красивая, статная. Брат тоже Пушкина считал всегда, что он как бы ну, некрасивый. Хотя, как известно, Пушкин очень пользовался у женщин вниманием. И с другой стороны, казалось бы, ну почему так? И тем не менее, вот его эта энергия, его вот эта эрудиция, она притягивала к себе. А правда, что Пушкин – это первый вот в России тот, кто начал зарабатывать именно литературой? Вот я такой слышал факт. Вы знаете, ну, возможно, да. Он взял это как профессиональную деятельность. Да, своей. Да. Дело в том, что он был карточным игроком. И вот у него же были огромные долги, когда случилась дуэль, и он был смертельно ранен. И он понимал, что врачи ему сказали, что все, жизни осталось совсем немножко, там каких-то 2 дня. Естественно, он понимал, что он оставляет огромные долги. Это были не там не 1000, а, допустим, 43 тысячи он только должен был казне. Допустим, у него было заложено его имение родовое, Михайловское. Вот. Дальше 100 тысяч он должен был еще своим кредиторам. И понимаете, вот каким образом он выходил из всего этого? Конечно, это в последние дни жизни нет, а до этого, когда у него случались долги, у него начинался творческий процесс. То есть вот как бы обратное идет. И тогда он писал, и таким вот образом он мог гасить свои долги благодаря тому, что, допустим, ему ничего не стоило написать, допустим, за одну ночь поэму. Ух ты! Вот, понимаете, но это, конечно, это не зря его считают гением. Не зря его считают великим русским поэтом. Потому что тот, кто как бы старался его немножко обидеть, естественно, он тоже получал либо эпиграмму, либо он получал тут же какое-то двустишие, четверостишие, причем конкретно с чертами лица, вот
и от него сразу отставали. Поэтому, да, он зарабатывал себе на жизнь и таким образом гасил себе вот свои долги. Пушкин был не только поэтом и драматургом, но еще и литературным критиком и журналистом. Какая из этих творческих ролей вам больше близка и какую часть биографии вам интереснее изучать? Наверное, трудно выделить, какую часть интереснее изучать, потому что у него настолько все вот интересное, вот реально интересное. Мне, допустим, он близок как поэт, вот я его люблю. Хотя у него интересные и повести, и тот же самый роман «Евгений Онегин», тут не отнять. Вот и трагедии те же самые. А вообще, вот изначально мне были очень интересны сказки Пушкина. Потому что, ну, на них учимся мы все, и взрослые, и дети. Потому что там в каждой сказке действительно не просто заложено, ну, что-то поверхностное, а вот именно глубокая идея и смысл. То ли это учит добру, то ли это учит там трудолюбию, то ли это какому-то ханжеству. То есть там, естественно, вот это есть. Поэтому мне он ближе как поэт и люблю его сказки. А какие вот произведения вам больше всего нравятся? Ну, допустим, вот если из сказок, сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Когда вот читаешь с детьми это произведение, сразу, допустим, там царь с царицей упростился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна, сила ждать его одна. То есть как бы вот идет вступление такое. Из стихотворений, ну, разные стихотворения, в зависимости от периода его творчества, вот, потому что, ну, всем известно, что стихотворение, вот, которое, наверное, наиболее известно, это стихотворение «Няне», которое он посвятил, да? Ну, красиво он ее называл. «Подружка дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна, в глуши лесов сосновых, давно, давно ты ждешь меня». Ну, Михайловская, да, ссылка, вот именно там, конечно, он коротал свои дни и ночи в одиночестве. И единственным человеком, который ему помогал скрашивать это была вот эта его дорогая няня Арина Родионовна. Кроме этого, вот если брать стихотворение, то у него нет такой, наверное, поры года, которую он не описал. Допустим, любимая пора года у Пушкина – это осень, это тоже всем известно. И, естественно, ей он посвятил свои строки. Там, допустим, «Унылая пора, а чьи очарования? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увядание, в багрец и золото одетые леса». Ну, шикарно, правда? Вот по-другому не скажешь. Допустим, «Зима» там тоже. Допустим, по дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится такое в тонких песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска и так далее. То есть для него вот описание природы – это поэзия. Поэзия – не просто поэзия, это музыка. Это вот действительно природа живая, одухотворенная. И, естественно, не может не притягивать внимания. Потом вот интересное также произведение поэма «Цыганы». Ну, казалось бы, да, дети природы, нрав, быт, совершенно другое направление. И тем не менее у Пушкина оно живое. И несмотря на то, что герои погибают, оно не может оставлять нас равнодушными. Какие произведения дети читают в школе сейчас? Вы знаете, читают дети в школе с 5 по 9 класс. В 10-11 классе нет произведений, которые они изучают. Ну, а читают они, читают стихотворения, читают они повести. Может быть, даже немножко и вот рановато, допустим, тот же самый Дубровский. Ну, довольно сложное такое произведение, тем не менее, вот 6 класс. Допустим, в 7 классе они изучают «Капитанская дочка». Угу. Тоже вот повесть Пушкина. Уже в 8 классе они изучают, не в 8, а в 9 классе они изучают роман «Евгения Онегина». Ну, там уже как бы такое более зрелое произведение. Серьезное. Да, 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 серьезное произведение. Ну, а так стихотворений. Стихотворений достаточно большое количество. Заучивают наизусть тоже. Ну, и анализируют. Может, вы наблюдали, замечали, какие мифы у нас в обществе бытуют относительно биографии Пушкина? Ну, наиболее таким, наверное, самым распространенным мифом – это то, что Пушкин был очень любвеобильным человеком. Это правда? Ну, если верить истории, да. Если верить истории, то да. Потому что даже вот его жена,
Наталья Николаевна Гончарова, если, опять же, верить литературе, верить источникам, то она была у него 101-й любимой женщиной. Ух ты. Ничего вот, себе. Понимаете? То есть, да, интересные такие сведения. У него даже списки такие были. Вот в один список он уносил тех женщин, которых он любил, в другой список тех женщин, с которыми он, просто встречался. Миловался. Да, да, вот. Поэтому вот такой миф существует. Но вообще, конечно, вот то, что касается жены, он, для него она была действительно любимым человеком. И как он сам сказал в одной из строк, что я своей женой огончарован. То есть Гончарова огончарован. Поэтому, конечно, он любил ее и очень трепетно относился к своей жене. Лично мне интересно, как все-таки произошло так, что у него такие были огромные долги. Да? С одной стороны, он принципиальный, он очень четко, как говорится, следует своим вот законам, установленным нормам. И в то же время вот такие долги. Ну, то есть игрок карточный. Ну, может быть, поэтому миф, да, вот я называла уже суммы. То есть миф такой, что когда вот состоялась дуэль между Дантесом и Пушкиным, что якобы Пушкин не умел стрелять. На самом деле, ну, нет, потому что действительно, как мы, опять же, находим в литературе, он хорошо стрелял, хорошо на шпагах. Во-первых, хорошо стрелял. Естественно, для того, чтобы вырабатывать твердость руки, всегда носил с собой трость, железную трость, которая весила несколько килограмм. Вот он с собой эту трость носил для того, чтобы рука была твердой и крепкой. Как вообще детей сегодня приобщить к чтению? Есть такой миф, или, может быть, вы его сейчас разрушите, что дети не читают, они сидят в гаджетах, не интересуются. Интернеты, как говорят. Да, действительно, гаджеты занимают доминирующее положение сейчас вот из наблюдений, но тот, кто любит читать, он читает. И есть такие дети, которые читают Пушкина, любят Пушкина, и, естественно, они гордятся, что у нас был и будет, наверное, жить вечно такой великий русский поэт. Как приобщить? Сейчас, понимаете, достаточно средств. Это мультимедиа. То есть это интересные факты, те же самые. Когда ребенок не просто видит текст, когда он не просто видит доску, а когда он видит еще вспомогательные материалы, то есть это кино, это музыка, это живопись, это то же самое музей, тот же самый вот заочное, допустим, путешествие. Естественно, что у детей проявляется интерес, и они сами участвуют в создании презентаций, они сами пробуют себя в проектах, потому что если брать ту же самую биографию Пушкина, там очень много интересных моментов. Наверное, вот мы его никогда до конца так и не изучим, потому что у Пушкина... Если другие поэты мы берем и, ну вот там есть черновички, да, какие-то штришки. У Пушкина каждый штришок имеет какое-то свое значение. И сейчас вот многие исследователи работают над тем, а что все-таки там было зашифровано, что там было спрятано в этом слове. Это тоже интересно, то есть поле деятельности до конца не исчерпано. Поэтому дети тоже... Не все сидят в гаджетах. Если их заинтересовать, они, конечно, тоже проникаются. И, естественно, они идут навстречу педагогу. И это радует. А можете рассказать о своих любимых поэтах или писателях, которые, может, вдохновляют или вам просто нравится их читать? Ну, мне нравится Тютчев. Вот из русских поэтов люблю его. Естественно, Александр Сергеевич Пушкин – это безоговорочно. Из белорусских поэтов также я никогда равнодушно не остаюсь, потому что ну, это такое высокое, близкое, родное. Кто из белорусских кого люблю? Владимира Короткевича, того же самого. Вот. Янка Купала невозможно не любить, потому что и стихотворение, и музыка, песни, которые мы слышим.
Вот. Мне очень нравится Рагор Барадулин тоже. Из русских авторов, допустим, я люблю Тургенева, вот тоже, еще со школьной скамьи. То есть мне как бы нравился этот писатель. Любовь на года, получается. Да, 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 это есть и остается. Интересно также Бальзак читать, вот его тоже зарубежный автор произведения. И Евгения Гранде, и Гобсек, ну, «Шагреневая кожа», то есть интересная. Понимаете, когда изучаешь литературу в целом, у каждого автора своя изюминка. Вот реально своя. И всегда для себя берешь что-то. Вот ту жемчужинку, которую ты находишь. И выделить, конечно, тоже да, тяжело. Да, однозначно. Спасибо вам за интересную беседу. Мы вам желаем спокойных уроков и прилежных учеников. Вы делаете правильное дело, вы даете нам знания, вы рассказываете нам о литературе. Это очень классно. Ну а мы напоминаем, что на студии сегодня был учитель белорусского языка и литературы Ирина Ивановна Карась. Ну а мы продолжаем программу.